В ноябре новгородцев ожидает весьма интересный музыкальный проект. На сцене областной филармонии выступит наш оркестр русских народных инструментов имени Бабанова, а руководить им будет главный дирижер аналогичного тверского коллектива Артем Белов. Накануне вечером музыканты провели открытую репетицию. Артему Белову, главному дирижеру и руководителю Тверского оркестра народных инструментов, и новгородская сцена, и сами музыканты хорошо знакомы. Наша публика уже имела возможность услышать совместный концерт маэстро и коллектива филармонии. Но программа, которую музыканты готовят сейчас, прозвучит в этих стенах впервые. Уже на второй репетиции заметна сыгранность. По словам дирижера, тут большая заслуга новгородцев. Разучивать нотный материал они начали в августе. И во время совместной работы корректировать приходится мелочи. Спасибо. Люблю работать с разными коллективами, потому что это тоже своего рода школа. Коллектив учится у меня, и я учусь у коллектива. Это абсолютно нормальный процесс, и дирижер, должен сказать, не учится вообще до конца своих дней. Вот. Всего в этой профессии познать невозможно, тем более, учитывая мой возраст, я, в общем-то, еще в стадии такого обучения и поиска. В рамках совместного проекта новгородских и тверских музыкантов готовится программа «Танцы народов мира». В оригинальной обработке прозвучит музыка Бурятии, Азербайджана, Татарстана, Калмыкии, а также Норвегии, Испании, Греции, Грузии и, конечно, России. Безусловно, учитывая все то, что нас окружает сейчас в плане всех этих политических историй, конечно, хотелось бы сказать этим концертам: люди, объединяйтесь, дружите и любите музыку. Совершить музыкальную экскурсию по миру вместе с новгородским оркестром народных инструментов имени Бабанова под управлением тверского дирижера Артема Белова новгородцы смогут 24 ноября. Начало концерта в 16 часов.